И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Димон Покемон, Серега и Виктор. Сегодня мы играем в GTA 5, будем поднимать вам настроение и решили помочить копов. Пацанчики, поздравайтесь. Всем привет. Привет. Всем привет. Ребята, сегодня наша цель — продержаться как можно дольше от копов и не умереть. Вы готовы? Да, капитан. Да, капитан. Я не знаю, короче, у меня пока 3 звезды, у кого сколько звездочек? 3. 5, у меня 3. Короче, мы специально нашли такую местность, где вертолет нас не достанет. Ну и копы не смогут подойти с другой стороны. У них только одна цель — это умереть. А у меня цель тоже — умереть тут. Если вы кушаете и пьете, приятного аппетита. Так, у меня, кстати, снайперка, ребята, я купил. О, давай снайперка. Иди, вон, это уже хочу снайперкой помочить. Давай на красоту. Сейчас вам покажу. Хорош гранаты кидать, трясется вся хата. Блин, они все копов мочат, так никого не убью. Так, 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 вижу копов. Ну, что-то не попадаю. О, попал, отлично. Надо прилобаться, Димон, да, как-то ваешь. Так, надо что-то мне взять поинтереснее. Так, тут мои кишки лежат. О, буду просто подавляющий огонь делать. Вот откуда они, вот. Вот так, да, значит? О, нам на крышу приземлились. Чубрики. Смотрите. Вот. Как они нам к нам... пробрались. Не-не-не, подожди, я пока низ тут защищаю. По красоте. О, он сейчас подлетит с машины. Видишь, Димас, подавляющий огонь у меня. Ой. Серега бежит. Ты тут, Серега, тоже умер был? Да, один раз. Все, пацаны, теперь точно должны продержаться. Блин, у меня жизни писечка, надо пережить. Классно, что жизни регенец. О, смотри, веревки с вертолета. Ого. А че они багаются через крышу? Они на крыше. Сейчас к нам гости придут. Ой, я вижу, как к вам едут менты прямо. 4 звезды, пацаны, все, держимся. Разогревка прошла. Сейчас я вам помогу с воздухом. Как присесть, Димас? Q английская. А, Q, точно. А то я пропел все время назвал. И он перелазит. Так, давайте немножко их огорчим. Не, ребятишек, да? Там граната, аккуратно, мужики. Блин, от потолок рикошетило. Убил, убил. Опа, идет, идет коп. Ой-ой-ой. Мой друг Калашников. Все. Блин, классно поставил. А, блин, знаешь, откуда он меня убил, коп? Откуда? Он сверху стоял там на лестнице. А, вижу, вижу, вижу. Блин, вот это мы не учли. Я тут чуть ли не с пулемета фигачусь. Так, давайте, тут можно перелезть? Я пойду крышу защищать. Я, ребята, кстати, еще не один раз не умер. Учитесь у меня. Ну ты ж керрися, наверное. Нет, тут бегаю, активничаю. Активный у меня спорт. Давайте, давайте, вы не расслабляйтесь, главное. Так, надо другую позицию занять, потому что они с двух сторон заходят, это сложно. Я иду наверх. Буду сверху и гасить. Давай, давай, давай попробуем сверху, реально. Так, давайте здесь, где-то здесь. Ребята, если вам нравится, не забывайте оценивать ролик. Ну и ставить лайкосик. Все, давай вот тут, короче, вот здесь вот. Вертолет. Так, возьму-ка я... Не долетает. Возьму-ка я... Это моя долетает. Литовочка. Серега, я с тобой. Ого, кто так вертолет взорвал? Это и Серега. Серега, красава. Надо будет тоже мне РПГ купить. Воу. Ну ты вообще... Тихо, тихо, мужик, прячься. Виктор, Виктор, давай поспокойнее. А где Виктор? Я его не вижу. Я летаю здесь на машине. А вон, я вижу, на Делориан. Ну ты зверь какой-то прям. Пау, пау, пау. Смотрите, тачки уезжают. Вой, красивая. Наверное, это не я сделал. Но мне дали 2 звезды. Тыщ, это взрывы. Шикарные. Виктор, как-то доставь так. Нам хоть что-то. Откуда у нас вертолет на крыше? Пацаны, чекайте крышу. Можем умереть. Да все нормально. Я с на кого батон крыши? Первый этаж. Ноги надо простреливать. Они потом все равно вздыхают. Я гранатами закидываю. Это хорошо. Я пошел с дробовичка их убивать. Вертолет, пацаны, вертолет прилетел. Где? Не вижу. Вот. О, я ему сейчас по заднему хвосту. Смотрите, как можно обезвредить вертолет.
Вот, да, сейчас. Меня даже... Не могу. Убили, да, первый раз. А, не, все, вертолет, короче, там пошел гулять. Минус один. Прям передо мной. Еще один улетел, Ха-ха-ха! Блин, ребята, это эпик. Так, у меня есть три гранаты, давайте их используем. Мужики, держите это... Пельмешка. Держи. Хлебушек кусочек. Отлично, ребята, сейчас на подмогу на тачке. Ой, калитки так прикольно заскриптованно полетели. Так, где моя снайперка крутая? Дождь под шоу, Димас, как раз. Блин, а меня валят потихоньку, мне жизни-то кончаются. Ой, ты что-то врезался? Ты что тут трупаешь? Ну, мужик. Лови гранату прямо в эту машину кину. Так, Серега погиб. Жалко его, конечно. Может, свертика где-то гасит? Вроде нет. Пацаны, ну чё, в этот раз мы уже хорошо играем. Крыша делает чудеса. Да как пригинаться в машинке? На Х. Как? Х. Спускаются. Спускались. Убили, ладно. Смотри, что сделаем с ним, а. Уже две смерти, офигеть. У меня только одна. Я прям какой-то лошарик. Так, вы видите? Да, ему, короче. Блин, откуда стреляют? Буду издалека гасить. Так. Подожди, подожди, это здесь. Это вот вышка. Так под лестницам долго поднимаешься. Давай уже, быстрее. Как будто меня дамажит, вы никого не видите? Вот смотри, челик, вот это ты был. Все, он туда больше не выйдет. Я ему ноги прострелил. Сейчас мне засчитать, что я его убил. О, смотри, самоубийца. Столько вертолетов здесь. Хотя бы один из них. Там еще один. Еще один вертолет. Ничего себе. Димон, валим вертики. Я с дробовика тут вообще убиваю всех. Че, давайте тогда соберемся и угоним. Просто будем гоняться от них. Давайте. Все, давайте, давайте. На! Ты что, топором их? Короче, давайте ментовскую тачку воруем. Ты чего, мужик? Тачка гонять. В затылок. Едем, едем. Все, у нас теперь погоня. Преследование. Или побег, как правильно будет сказать. Ого, все, там уже ловушки делают, походу. Сейчас колеса вы пробьете. Не-не, все нормально. Ой, блин. Блин, у меня машина фуфляковая. Серега, ты в тачке у моей, да? Да-да-да. Отлично. О, менты. Пум. Летим, летим со всей силы. Подбили нас. Ой, вы у меня там телепортировались чуть-чуть. Это мы телепортировались, у нас тут так запланировано. Понял, все. Догоняю вас. Вообще классно. Ты, Димас, тоже неплохо в пальму вписался. Не, я же думал, вы туда будете ехать, все, за вами. Я сейчас машину буду менять, машина говно. Я подожду. Блин, прикольно погонять так по городу. А у нас что-то с тачкой полицейской, у нас мигалки что-то сломалось. Короче, я сейчас тут машину украду какую-то. Выруби ее. Я вырубил. А, тут нет тачек. Все, погнали. Ментов так закрили. Ого, че, пистолет-пулемет у тебя? Да. Впереди, видишь? Врезаемся прямо в тачку, смотри. Че, в нее сядем? Давай, 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 я хочу в нее сесть прям. На более бронированное. Давай, чувак, валивай отсюда. Стойте, погнали. Ждите меня. Ждите, ждите. Ты колесо пробил. Она вообще бронированная. Димас, давай садись. Сейчас будет видеть. Я сзади буду. Давай. Ребята, буду от первого лица. Так я еще не играл. Во, я открыл двери. Сейчас, я, пацаны, буду стрелять. Только смотрите, аккуратно ведите. Блин, что он калитку постоянно открывает, закрывает? А, в этом есть прикол. Я заряжаюсь, хоп, калитку закрыл. Хоп, ха-ха, прикол. Ну чё, где там? Я никого не вижу сзади. Надо их подождать, наверное, не? Все, едем, едем. Норм.
Да, они так никогда не догонят. Едут, буду... У нас, знаете, почему мы так еле едем? У нас одно колесо сдулось, короче. Сдулось? Ты его пробил. Нет, сдулось. Вертолет летит. Вижу, вижу, он не подлетит. Я сейчас возьму оружие нормально. У нас три звезды, и то они мне пропадают. Да, вот это возьми точно. Давай, Димас, наваливай. Наваливай, наваливай. Я там аварии, смотри, какие делаю. Я видел, видел, круто. Я буду наперед смотреть, потому что... Там вообще никак. А я взад буду стрелять. Так, прицел не сильно кидает, так сильно кидает. А, это нам не надо туда? А ну как я там вообще выглядываю? Что-то менты нас отстали, да? Сижу себе. Веселее. Ой-ой-ой, вот это вы полетели. Это было эпично. У вас тут такие разворотики делаю мощные. Так, пока что у нас одно колесо пробито. Это хорошо, что одно. Потому что если два будет, то нам придется тачку менять. Тыщ. Че, пацаны, вы куда? Все, вертолет убил я. А ты машину, да? Не-не, все нормально. Летим, летим, продолжаем. А Серега, ты можешь стрелять, кстати? Да-да-да. И что я их тут мочу? О, это тоже круто. Они только отлетают там. Сзади, смотри, Димас, по карте сколько полицейских сзади. Они не могут догнать, я всех убиваю. Я сейчас к вам на танке приеду. Я танк шпёт. Меня убили! И, друзья, ну что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте группу ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока!